Ну и погодка, бля, пиздец, иней. Ой, какой иней, снег идет в марте. Капец, давайте в апреле еще там ураганы, блин. Шучу, не надо. Найс, погода. Еще и ветер сильный, погодка. Сегодня 1 апреля, надо пошутить. Давайте снег. Холодно. Ребята, я такой просыпаюсь, а на улице снег. На улице все в снегу, охренеть. И он продолжает идти. Я не знаю, как вам показать, чтобы его было видно. Через сетку ни хера не видно, но там все в снегу. Просто все. Вот это да, вот это я не ожидал, конечно. Это то, чего я не ожидал увидеть утром. Блять, трико за 30 гривен. Ладно, ребята, короче, вот так сделаем. Ну, смотрите, из атаки титанов. Кстати, так нормально видно. Я смогу фокус примерно регулировать. Давайте такой разговорный видос посмотрим. Вы уже его включили. В общем, я буду отвечать на ваши вопросы, чем-то делиться. В это время буду пить колу. В банках уже кола лайм вышла, по крайней мере, в Беларуси так. Наверное, потому что у меня реклама была в Инстаграме. И еще я себе такой вот Орео взял. По-моему, это первый раз, когда я себе купил Орео. Пробовал, может, один или два раза меня угощали. Но купил я себе точно первый раз. Вот это у нас с Бэтменом тут. И вот, смотрите, какое изображение на печеньке. Сейчас. Фокус вам нажму. Ага, вот так вот оно выглядит. Сделали 17 февраля. Февраля 22-го. И вот я только сейчас увидел в продаже. Написано еще что-то. Сканирую, выигрывая призы. Ну, блин. 10 печенек. Покупалось 2 рубля 29 копеек вроде. В Евроопсе. Вот. Пахнет чудесно. А что в составе? Давайте. Ага, на английском. А где на русском? А вот. А нет. С ванильным вкусом. Мука пшеничная, крахмал кукурузный, сироп, гидрокарбонат, соль, лецитин соевый, хорошо, крахмал, сироп производитель, гидрокарбонат аммония, эмульгатор. Ну, вроде пальмового масла нету. А, масло растительное, вот. Жир растительный. Пачечку эту я постараюсь сохранить на века, типа Бутман. Я не смотрел, кстати, кто знает, на торрентах вышел Бутман или нет. Там типа Утисон играет. О, по два, я думал, один такой большой, а это такой один. Ой, забавно смотри. Стоп, оно... А, они просто лепили на заводе, как получается, думал, прям один против друг друга. Вот так. А, вот он так. И вот так вот с другой стороны. Вот фокус, чтобы точно разглядели. Ну, надеюсь, видно нормально. Попробуем. Внутри шоколад этот ваниль. Точнее, белая штука.
Ой, хорошо. Вчера хотел видос записать, но было темно, сейчас светло, но сейчас прям слишком светло. Видите, как все, оу. Мне еще Брайтов дали. Но я их в перерыв буду открывать. Короче, я написал в телеграм-канале, что можете задавать мне вопросы. Вот, и вы мне задали, еще я тут ноутбук себе подключил, достал. Вот, сейчас я буду читать ваши вопросы, как задрал поправлять фокус. И отвечать на них. Чувак с ником, не с ником, со смайликом вместо ника. Я не буду вставлять сам комментарий, потому что их слишком много, вот слишком этих вопросов. Я монтаж буду делать 1000 лет. Ну, может, и сделаю, но пока не хочу. Спрашивают, манга или комиксы? А, манга или комиксы? Манга, конечно, потому что комиксы, которые я читал, ну, вот «Ходячие мертвецы» — это лучший комикс, который я читал, вот, просто идеальный. Мне вот концовка, конечно, ох, как не понравилась, а именно Рик Граймс, что с ними сделали. А так очень даже хорошо. И какие бы комиксы ни были, проблема в том, что надо знать по-хорошему и предысторию. И, ну, то есть самого персонажа, как он с другими взаимодействовал. Там куча арок, куча, не знаю, серий. Там очень много чего знать надо. Плюс очень мало комиксов, которые заканчиваются логически. Типа хотя бы сюжетная арка, которая у меня, по крайней мере, которую я читал. То есть ты читаешь, вроде даже круто, офигенно, а оно может ничем закончиться. Даже если это... там, не знаю, 5-выпускная серия, что-то такое вот. И по идее, типа, заканчивается. Но со мной заканчивается ничем, по сути, абсолютно. Вот. Ну, не знаю, комиксы это круто, но их читать стоит ради самого процесса. То есть, а ради самого процесса я выбираю классику, потому что там ржачная рисовка и сюжет такой, ой-ой-ой. Вот, а так, ну, мало хороших комиксов. Ну, я люблю только Марвел. В основном. Типа, то, что считается альтернативой и все остальное, ну, такое все. Хотя от Bubble комиксы, синглы, которые я читал, мне, в принципе, нормально зашли. Вот. Ну, короче, больше манга, потому что манга обычно закончена. Мангу проще ориентироваться, выбрать, потому что нет такого, что там, допустим, вот в комиксах Marvel, допустим, Человек-паук. Прям комиксы, ты херище. Попробуй выбери что-то. Да, можно классику, можно там Ultimate Spider-Man. Это, кстати, самый лучший вариант, как по мне. Ну, из тех, что я знаю. Но все равно там куча выпусков. А с манги, допустим, Токийский гуль. Ну, Токийский гуль есть только по порядку и дополнение к нему. И там, не знаю, еще что-нибудь есть от Натомки. Ну, проще ориентироваться, в общем. Нет такого, что про одного персонажа кучу всего. Есть дополдопы, но это все равно не то. Короче, манга. Следующий вопрос от него же. Аниме или манга? Ну, пожалуй, манга, потому что аниме мне тяжело достаточно смотреть, хотя если оно классное, суперское и новое для меня, я на одном дыхании смотрю, допустим, я смотрел осенью, по-моему, прошлой. Как-то аниме называлось? Каноджо? Моканоджо, как это? Блин, сейчас я за Яндексю на Шикимори. Там, короче, про того, как любовный треугольник был, потом больше, чем треугольник. Вот аниме суперское, там и опенинг хороший, и эндинг хороший, и музыка суперская вообще в тайтле, и юмор отличный. О чем мой Яндекс-то вышел? Короче, мне очень вообще понравилось. Я посмотрел на одном дыхании. Так, блин, а как мне вбить-то? Вот это аниме. А, «Мои девушки» называется, по-моему. Сейчас я даже посмотрю, оно, наверное, у меня в избранном. Интернет так херово грузится снова, это просто пиздец. Вообще, что я до этого делал, я играл в GTA Online, потому что вопросов не было абсолютно. Я, короче, думаю, подожду, блин, а что, ни одного вопроса. Конечно, могу записать видос, но лучше, чтобы были вопросы. Запустил Хейст, ограбление, ой, не ограбление, побег из тюрьмы, ёкарный бабай, такой кретин попался, такую хуйню, блядь, творил, и нельзя кикнуть вообще, вот, с одной стороны, GTA 5 и GTA Online круто сделаны, с другой стороны, там столько хуеты, может было в миллиард раз круче сделать, а вот, ну, просто пару обнов сделать,
нормальных, и все было бы круто, блин, ну нет, зачем? Сделаем хероту. Блин, где это аниме, чтобы наверняка... Да, «Мои девушки» аниме называется, рекомендую. Оно 21-го года, вот, я почти сразу смотрел, вот, «Каноджо Мо Каноджо». Вот, короче, манга, потому что мангу я могу лежа почитать, если это физическое, выбрать интересно, потрогать, понюхать, на полочке охеренно поперекладывать, там, видосик снять заодно. И в онлайне круто, вот там старшеклассницы, как называется, но это я быстрее сейчас посмотрю. Короче, вчера лазил, давно не проверял обновы, на Минте, на Ридманге, и там, смотрю, такой этот... До конца перевели мангу, там было 17 глав переведено из 30, а сейчас я зашел, все уже есть. Там 9 глав. Там 9 глав перевели очень быстро. Ой. Да, старшеклассница, учитель называется. Манга прикольная. Так. Какие... А, следующий вопрос от того же чела. Сколько денег потратил на мангу комиксы? Да хуя. Очень много денег. Хоть я и выбираю все время самые дешевые, и БУ манга не гнушаюсь. Вот, кстати, я не знаю, все вопросы не читал, сейчас буду. Но этот... Есть манга, которую, блин, я хочу этим поделиться, которую мне не все там... А вот, допустим, тот же... Магазинчик ужасов я специально вот положил, не все, только то, что рядом было в этом стеллаже белом. Я очень хочу прочитать, но мне надо будет прочитать целых 10 глав, хотя, может, они небольшие. Так что надо посмотреть, если по 20 страниц, то можно. Прочитать в интернете, потом тут, а потом что, мне бросать тайтл до следующей покупки, которая будет неизвестно когда, и дочитывать в онлайне, а потом купить тома, чтобы они валялись, но это мне не хочется делать. И так вот уже несколько раз такое было, с теми же «Повелителями Тернии» пришлось сначала читать в интернете, потом в печатном формате, а потом дочитывать. В итоге у меня 5-6 тома нечитанные, а 1-2 нет. Ну, когда я куплю 1-2, я прочитаю все их. Вот. Ну, то есть, блин, «Время героев» у меня есть 3-4 том, но 1-2 нету. «Небесного десанта» не хватает томов, хотя я там приобретал летом. Или осенью, в начале осени, не помню уже. Ну, там вообще ситуация, там, по-моему, даже в онлайне нету, только если на английском. Ну, короче, капец. До хера денег, короче, я потратил. Хотя выбираю сюда самую низкую цену. В какие игры играешь? В разные, до хера какие. Ну, прямо сейчас я играю в GTA 5, а именно в GTA 5, пу, в GTA Online. Там хейсты, там с челом из Канзаса познакомился, играем вообще нормально. Зомби-шутер вот играл. Надо будет перепройти, ну, уже не на запись. Alien Shooter играю. Among Us играю, ну, видос видели. Берсерк ачивки убиваю. Ну, там, правда, все не буду. Мне уже надоело. Там настолько геймплей такой душный. Я очень много и так наиграл под винцо. Что, блин, вот я отсюда пытаюсь рассмотреть, во что я играю. Блин, Steam бы открыть. Да, в принципе, больше ни во что особо и не играю. Сейчас хочу скачать, никак не поставлю на закачку, GTA San Andreas Definitive Edition. Даже на видосы на YouTube стараюсь не смотреть, чтобы не тыкаться. Просто покайфовать, потому что графон стал получше, FPS получше, ну и плюс комп. Типа, блин, почему бы нет? Вот, давайте... Ну, короче, такие игры, блин. Хотя, секунду, я постоянно баланс просто. Ну, короче, сейчас я играю. Я подошел в GTA Online, в Among Us. В Among Us играю в основном, когда времени так особо желания нету, то есть зайти там на пару сессий. И в Берсерка. Вот Берсерка я, когда выбью такие достижимые и не супер задротские ачивки, я удалю, чтобы освободить память. Еще в Alien Shooter, вот, не помню, сказал или нет, играю. Ну, как играю, давно не запускал, надо пройти Fight for Life. Знаю, что будет прохождение, но сейчас что-то желания нету. Вот, у меня есть другую игру, желание записать очень сильно, особенно после Among Us. Вот, ну, надеюсь, все получится.
На контент забанили. Че? Не для любой аудитории. Интересно, что там. Следующий вопрос давайте. Автоматом. Следующий вопрос. Так, сейчас, ребятка, откроем. Джин, он же Сергей Жорох пишет. В смысле последнее видео? Когда будет кавы, распаковка кавы и обзор на кавы? Блин, обзор на кавы звучит так, как будто это какая-то, не знаю, еда или что-то не то. Когда будет кавы? Новую, свежую кавую я, наверное, уже никогда не куплю. Почему? Цены и так она очень дорогая была. А сейчас мне даже страшно представить, сколько нам будет. Или то это с Вайлдберриса. Сейчас Вайлдберриса. Если, ну, потому что я напоминаю, в Беларуси, для лично для я, где знаю, сам дешевые цены и плюс бесплатная доставка. Мой город. В физических магазинах цена там вообще ужас. Была раньше, сейчас тем более. И поэтому, если я найду БУ, ну, не то, чтобы я прям У буду искать, но если я увижу БУ, первую книгу, там она будет в нормальном состоянии. Самое главное, по адекватной цене, а не по цене как новая или дороже. То, конечно, куплю. Но новую покупать не буду. Распаковка будет, ну, если будет что распаковывать, прям реально распаковывать, то будет. Как только куплю, даже если не будет чего распаковывать, все равно я покажу в видосе в любом случае. Пока я не планирую прекращать видосы про мангу. Ну, если у меня будет новая манга, я вам ее покажу. Если ее не будет, то не покажу, естественно. Я думал какое-то время, может, уже не снимать эти видосы про мангу, чисто покупать себе, сам себе открывать, сам себе кайфую, но потом подумал, не, что-то не знаю, хочется видос снимать. Обзор, ну, обзор, не знаю, полноценного обзора точно никогда не будет, наверное. Ну ладно, никогда не говори никогда. Ну, короче, как куплю, так куплю, а если куплю, то только с БУ рынка. Можете мне подарить. Вот, отправить. Так, Ерор, этот Тору. А чё в смысле? Снова Джин пишет. Понял, манга, ну, конечно, хорошо, но влоги по магазинам, по городу. Ну, по городу, только если не своему, а если своему, только лес. Распаковка. Изредка хотя бы одного тома манги. Фил, уже скоро 400. Ну, блин, я очень хочу сейчас поехать в Минск. Если, ну, по-хорошему и купить что-то. Ну, походить по магазинам разным. Ну, естественно, контент наснимать по возможности. Самый любимый Resident. 8-й Resident Evil Village. Самый лучший, самый крутой рейтинг. До этого, до выхода 8-го, точнее, до того, как я сам поиграл, был 4-й рейтинг. Но 8-й лучше во всем. Почему? Графика обалденная. Сюжет лучше просто. Плюс он связан с 7-й. Прям вот герои... Геймплей, звуки, музыка. Я не знаю, это просто супер. Это самый любимый резик. Я 6 раз прошел, планирую в 7-й. Кстати, узнал, какая ачивка скрытая. Там надо, короче, с этим... С ножом... Ну, с холодным оружием. Там вроде только нож. Вот. Я, короче, когда буду в 7-й раз проходить, постараюсь пройти на эту ачивку. Еще там в доп. Режиме Mercenaries, наемники, надо СС на всех картах. Это очень трудно, потому что некоторые карты... Ну, на одной карте я не могу вообще пройти. Я, конечно, не супер много пробовал, но, короче, тяжело. Ого, какой вопрос. Не этот, следующий потом. Играл в Final Fantasy? Нет. По-моему, ни в одну не играл. Хотел бы поиграть в ту, которая первая такая в 3D. Там, где, типа, команда в машине, вот эти вот коречки. Там, где Чокобоу. Куэ-куэ-куэ, Чокобоу. Чокобоу. Короче, что-то такое. Не играл, по-моему, но играл много игр, которые... Поэтому сейчас вот у меня куча установлена, типа JRPG. Куда хотел бы съездить за границей, побывать? Очень хотел бы в Японию, но из более реального в Швецию. Вот. Хотелось бы вообще Андреаса Рёнберга встретить. Однооснователя Team Sizcalar, который Afraid of Monsters делал, Cryofirm, просто... В Швецию хотел бы еще, ну, в Японию, естественно, куда бы хотел еще. На какие-нибудь, не знаю,
Хотя, ну, на море какое-нибудь крутое хотел такое, но не СНГшное море. Хотя и тоже было бы круто на самом деле выбраться, потому что я ни разу на море не был. Какая-нибудь типа, я хочу на море, заберите меня. Ну, короче, Швеция, Суден, Япония, ну и море какое-нибудь. Хотя в Японии есть море, Окинава. Ой, так, это ответил. Поехали в Корею. Поехали. Забирай меня скорее. Увози за 100 морей. Жду чтения манги. Блин, чтение манги. Мне Вика на ютубе написала, моя подруга, что типа, еще контента на миллион лет. Там можно читать мангу шептом АСМРы, влоги, походы по магазинам, что-то такое. В принципе, да, идея отличная, но вот именно вот читать мангу, ну, читать мангу это надо физическую, я считаю. Ну, можно, конечно, там что-то через онлайн, но нет. А физическую какую, не знаю. Кстати, один коллекционер, а где видос-то по научному доказательству любви? Четвертая глава. Кто ее читать будет? Тебе передали эстафету. Классно, мне YouTube сбился не открыть. Ладно. Ну, короче, надо бы контент. И, блин, вроде это все вопросы. Что-то я не вижу больше. По-моему. Ну все, да, это были все вопросы. Я думаю, тут на час вопросов, капец, блин. Ладно, мне еще помимо вопросов есть что рассказать. Есть еще вот, ну пусть это будет артбук, а есть книга. По Лавкрафту. Я в июне в легендарном видосе июньская контрольная закупка. Обожаю этот видос. Вот. Начало вообще обалденно. И по покупкам насыщенно, и эмоционально просто супер. Я там и Берсерка первую книгу наконец-то нашел. Четвертая книга сейчас такая дорогая, да, Валберис. Она была по нормальной цене, как старая, а потом... Она была 27-26 рублей. Сейчас 34. Это пиздец. Мне страшно представить, сколько она так будет стоить. И еще самое страшное, что ее... Если не раскупили, то очень скоро раскупят, а денег у меня нету, чтобы купить. Надо печатки и прочее ждать. Как и с Гулем. Ну, Гуле, восьмая книга, я думаю, не так быстро раскупится. Интересно, какой там тираж, кстати. Так вот, я, короче, начал читать ее уже во второй раз, по сути. Не в смысле, что я полностью прочитал, а просто вторая попытка. И что-то застопорился, не знаю. Блин, надо днем, когда солнышко светит. Ну, сейчас солнце особо не видно, но светло имеется в виду. И вот эту книгу я читал ее только когда к приятелю своему Артуру ездил. Вот. Тогда прочитал там первый Introduction на первую главу и все, по сути, после этого как-то не знаю, что там настроение, то я лучше там на Ютубе посижу, поиграю в Among Us, в GTA Online, в Берсерк, еще что-нибудь. Что я планирую? Что я планирую? Вообще дохерачу. Ну, давайте не то, что я планирую, а что я хочу. Чего бы я хотел. Во-первых, мангой закупиться. А еще лучше поехать в Минске, закупиться в физических магазинах и контента супер снять. Ну, просто развеяться. Давненько в Минске не было, уже больше месяца. Хотя погода сейчас капец. Телефон разряжается. Хотел бы, короче, накупить. Всего хотел бы купить Гуля восьмую книгу, Берсерка четвертую, Паразита четвертый том, Научное доказательство любви четвертый том, Нельзя четвертый том, Повелитель Терни первый, второй том, Милый дом Чи девятый том, в первую книгу, ну вот, это, собственно, это у меня вторая, по идее, 10, 11, 19 глава, я хотел первую, 10. Вот, какую-нибудь книгу можно было бы приобрести. Хотя я книги давно не читаю, у меня они копятся, копятся. Я что-то желание сейчас пропало читать вообще абсолютно. Вот именно книги. Хотя есть очень хорошие. Даже Ася Казанцева, так еще и не брался перечитывать. Хотя два раза до этого читал, опять-таки. Видосе. Зимняя распаковка, что-то... А, распаковка в зимнем лесу, что-то такое, посылки.
Вот. Вот это б я хотел. Хотел два проходника записать. Два. Возможно, даже три. Одну игру два раза пройти. Вот. Ладно, скажу смысл. Resident Evil 8 Village я бы хотел. Почему два раза? Потому что я хочу челлендж пройти. Ну, в принципе, это быстро. Я могу и без камеры снять, а потом такое стандартное прохождение на нормале где-то, может. Ну, может, на высоком уровне сложности. Такой, но на новой игре плюс обязательно. Не хочу с нуля начинать, смысл. Вот. И Край Эфира, естественно, хочу пройти. Вот Край Эфир сейчас очень хочется пройти. Вот вчера, когда Амонгас сделал, прям вообще захотелось. Ну и что еще? Фиг его знает, что еще. Ну, в принципе, этого больше всего сейчас хочется. Но денег нету, не подвиться. И давайте я под конец ролика открою Брайты на 4 упаковочки. Вчера они все были у меня. Посмотрим, что мне выпадет. Надеюсь, все новые, потому что больше я уже не смогу купить акции до 3 апреля. Сегодня 2, 14 часов 43 минуты. Вы видос, наверное, увидите 4-5 апреля, может, еще позже. Потому что видос долгий, весит много, у меня интернет медленный. Плюс я не сразу, наверное, поставлю загружаться. Да, я сразу не поставлю загружаться, потому что он долго будет. Сегодня вечером, ночью, Расселмания, 38-я, первый день. Завтра потом еще один. Вот, поэтому буду так вот как-то. Ну что, буду открывать, что там. Так, не видно темной стороны. О, тут тоже темной стороной. Точнее, не темные, а перевернутые. О, слушайте, они реально, походу, пакуют, чтобы перевернутые были. Кстати, как будто сзади они по-другому выглядят, но нет. Ух ты! Бля. Первые классные, эпические. А нашли, кстати, интересное предложение про то, что существовать. Так, нажмись фокус. Вот такое прикольное. Какой-то 8-я фишка. Уже. Ой, еще одна. Этот у меня уже в третий раз Биба попадается. Это крутая фишка, но это повторка опять-таки и еще один. То есть вы понимаете, как мне дропнулось? Мне выпало две повторки, которых у меня было. Одной фишки у меня три. И новая фишка, которая у меня появилась, она в дубляже. Капец, прикол, конечно. Да. Ладно, ребята, давайте заканчивать этот видос. Ладно, еще я не буду закрывать канал. Куда я денусь? Куда вы от меня денетесь? Вы что? Будут, конечно, видосы. Но, опять-таки, манги. Хотя, знаете, когда я говорю, что манги не будет, там скоро видос. Ну, не ждите скоро видоса, наоборот, скоро и манга как-то появляется. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, что, еще увидимся, не отписывайтесь, канал я не закрываю, все будет. Давайте, всем пока.